начинала, всего этого не было. Если бы этого всего было, мы бы уже и 50 раз выиграли. Я так думаю, что здесь будет очень много спортсменов, которые выйдут. У нас и зимние будут, я так думаю, если вот наш мэр города старается все это сделать, то, я так думаю, у нас в зимнем спорте тоже будут и олимпийские, и все рекорды будут наши. И я вас всех поздравляю с открытием. Если от нас что-то зависит, от спортсменов, пожалуйста, нет проблем, мы всегда поможем, мы всегда первые. С Богом, дорогие друзья! Да, похлопали. Ни для кого не секрет, что в наше время не у всех ребят есть возможность заниматься в частных, в платных залах. А теперь, благодаря Сергею Шамилевичу, появилась такая возможность, за что мы очень все благодарны. И я сам лично надеюсь, что в этом зале ни один и не два чемпиона вырастет.